Россия вывозит своих. Сегодня из Кишинева улетели 2 спецборта в Москву. В самолетах были и россияне, застрявшие в Приднестровье. Им предоставили автобусы. Только из Тирасполя сегодня выехало более 90 человек. В аэропорту Кишинева для них зарезервировали билеты. Тирасполь, КПП, Министерство внутренних дел. Собираются десятки граждан. Все они пассажиры специальных рейсов Кишинев-Москва. Сейчас авиасообщение закрыто. Не ходят поезда, не ездят автобусы. Границы под замком. А многим надо попасть в Россию, домой. И сегодня у людей появилась такая возможность. Я приехала в гости к брату. У меня регистрация до 11 апреля. Но я решила уехать, потому что охота быстрее в Россию. А вдруг я потом не уеду, у меня регистрация кончится, и что тогда? Ну, я гражданин России, там дела остались, поэтому надо возвращаться. А у вас были билеты, да? Были. 26 марта Флайон снял рейс. 2 апреля у меня куплен билет на Аэрофлотом, но вчера Россия закрыла воздушное пространство, то есть тоже не будет. А это, можно сказать, палочка, выручалочка. Я прилетела на похороны, хотела сразу улететь, но мы то 9 дней, то 40 дней маме делали. И тут попала в карантин. Спасибо посольству, они помогли очень. У меня билет, правда, на завтра, но разрешили лететь сегодня. Все заполняли специальную анкету на сайте посольства России. Желающих уехать из Приднестровья в Россию оказалось более 200 человек. На самом деле была проведена достаточно колоссальная работа совместно с российскими коллегами из консульского пункта, из посольства Российской Федерации в Молдове. Работа велась на протяжении нескольких недель. Российские коллеги собирали анкеты и заявки со стороны российских граждан, желающих уехать как из Приднестровья, так и из Республики Молдова. Вот, мы тоже аккумулировали эту информацию. Сегодня МВД помогло гражданам добраться до аэропорта. Из всех городов Приднестровья утром выехали автобусы. В них 190 пассажиров спецрейсов в Россию. Билеты им зарезервировали в аэропорту. Их надо было оплатить. Посольством России зарезервированы 2 борта Air Moldova для того, чтобы граждан России и приднестровцев, которым по какой-то жизненной причине нужно быть в Москве, будет осуществлена отправка людей туда. Сегодня же из Москвы прилетают 2 пассажирских самолета в Кишинев. По данным нашего МИДа, сейчас в Москве более 200 приднестровцев, которые хотят вернуться домой. Часть из них прилетят уже этим вечером.